сыграли две игры, соперники в таблице у вас ниже идут. Какие были ожидания? Можно, да, микрофон возьму сразу. Хотелось выиграть, конечно же, две игры, потому что если мы выиграли, мы там, ну, не гарантированно, но были высокие прям шансы на тройку, а теперь после поражения, по сути, ну, Минюст уже там на пятки нам наступает, там вот Минюст, Макаби, вот эти команды. И теперь прям все очень плотненько становится. Играй, Антон. Мячи ему не нравятся. Премьер-лига играет с этими мячами, а ему мячи не нравятся. На чем я там остановился? Если бы выиграли, да, то там высокий бы очень шанс на троечку был, ну, в топ-3, чтобы попасть. Но проиграли вот Минюсту. Это основной конкурент, я сейчас считаю. Вот Минюст и Макаби. Но я надеюсь, что завтра Минюст Юности проиграет. Парни, ничего личного. Даня Трофимов, чтоб 3 забил, который сегодня за меня болел. Вот. Что еще? А какие вообще вопросы были? А, какие ожидания от игры были, да? Победить хотелось, забить хотелось, отдать хотелось много передач. Вот. Сегодня только этот... Чуть-чуть позабивал вроде, отдавать не получилось. Вот. Ну, проиграли, вот, обидно. Ожидания были, чтобы выиграть. Еще, чтобы финал Лиги Чемпионов посмотреть, и чтобы там красивый футбол был. Потому что, честно, раньше вот Реал не любил, короче. Поддерживал Ливерпуль. А сегодня, честно, не знаю, как-то из-за Бензима... Не было, да, такого вопроса вообще? Ну, я расскажу. Как бы, если Реал, то исключительно там за Карим Бензиму, за Модрича, да, поболеть можно. А Ливерпуль... Ну, самая прогрессирующая команда, хотя это уже топ-команда уже, прогрессирующая она была какое-то время, пару лет назад, когда вот первый финал между ними был, вот в 2018 году. А так вот сейчас самое главное – забыть последнюю игру свою. Вообще, конечно, лучше все свои игры в жизни забыть, блядь, просто это ужас. Не смотрите, пожалуйста, трансляции, это очень плохо. Ну, лично на моя, только моя, да, не нужно было уточнять, это даже не остроумно, я как бы это и подразумевал. А вот Лигу Чемпионов надо смотреть, потому что это классный футбол, да. Можно какой-нибудь другой вопрос? Это я на первый, по-моему, ответил минут на 5. Довольно разгромный счет получился в первой игре. Не было мыслей немножко попридержать силы, и, может быть, их не хватило во второй игре? Там Маяк сейчас гол забил, немного пропустил вопрос, но суть вроде понял. Сил, да, что-то не хватило? Нет, ну мы там сбавили на самом деле, мы там в концовочке уже, ну я про первую игру, он Витя подтвердит, менеджер, мы там уже так на релаксе играли. И уже после первого тайма держали в голове, что нужно играть вторую игру. Ну как-то вторую, да нет, ни сил не хватило, на самом деле, просто не хватило какой-то вот позиционной, мне кажется, выучки, потому что там Иван Дзюба тренируется у Василия Пимченко, ну и там и вся команда практически, там Минюст. Еще Юрца Бобылева не было. Вы видели, кстати, его пафосное интервью, он там так пафосно разговаривал, что мы так выиграем спокойненько. Ну, это, блин, настолько... Жалко, что его сегодня не было, конечно, тогда шансы наши на победу чуть-чуть, возможно, увеличились, хотя, раз Юрец ведет себя пафосно, то вполне возможно, что и уменьшились бы шансы на победу. Вот. Короче, сил хватило, держали это в голове и, в принципе, оставили силы на вторую игру, просто не хватило вот что-то не хватило, но они лучше играли, на самом деле, объективно. Какие планы на следующие игры? Сколько очков заберете из оставшихся возможных? Не могу ответить, сколько заберем. Это покажет только время. Хотим забрать, естественно, 6. Там вот будем играть с Маяком, конечно же. Конечно же, потопить Маяк было бы очень неплохо. Очень на это надеемся. Там Квиченко очень сильно настраивается на игру с синтезом. Почему-то он там говорил, не, а вас выиграть хотим. И даже вот кого-то в расчет не берет. Ну, также я считаю, что это эгоистично, это пафосно. Посмотрим. Может, имеет на то право, если нас обыграет. Но, конечно же, Маяк фаворит. И Макаби, в принципе, фаворит тоже. Но посмотрим. Хотелось бы выиграть. Сейчас мы соберемся. А, да, Назим, к сожалению, пропустит эту игру с Маяком. Не знаю, может, это и лучше, без обид. Нет, не бед, конечно же, это очень плохо, потому что ключевой игрок, капитан, лидер пропускает следующую игру, и это очень плохо. Не хочется сейчас скатиться, конечно же, там, в 6, топ-4 остаться. Ну, вообще, третье место надо как-то пытаться забрать, потому что шанс еще есть. Сейчас Макаби он сравняли, Антон Пашев. А ему мяч вроде не нравился, да я думаю, что гол не надо засчитывать, кстати. Мне кажется, потому что... Антон, мяч плохой, гол не считается. Вот. Все, в принципе, да, я вроде все рассказал.
смотрим финал Лиги Чемпионов, смотрим сейчас по трансляции. А, ну это же потом когда-то выйдет, да, это же не лайв-интервью. Смотрим, ну в записи посмотрите, Маяк Макаби, по-любому крутой футбол будет. Вон Антон Пасечный с мячом на Игоря Смирнова. И Литвишко сейчас с мячом, Николай. Играл как-то с ними было в том сезоне. Неплохо, кстати, играли. Второе место заняли в Зоналке. Вот, вышки команды теперь играет. Примерку попадет, кстати, вот. И блин, классно. Короче, смотрите по записи этот футбол. Смотрите финал Лиги Чемпионов. Тоже в записи уже получается, потому что интервью позже выйдет. И любите футбол. Все, всем пока.